Сегодня наша тема звучит так. Фотоотчет через 3-4 недели после процедуры. Мы всегда клиента просим после того, как мы ему провели перманентный макияж, нам выслать отчет, фотографию, селфи в том виде, какой рисунок, как рисунок заживает, в том виде, как он находится, как прошло заживление, немножко поделиться всеми этими процессами с нами, потому что мы отвечаем только за то, что сделали в кабинете. Остальное, весь уход, все качество процедуры – это ответственность клиента в том, как он поухаживает. Поэтому мы все работы фиксируем. Мы делаем фотографию до и после в кабинете, и это крайне важно, поверьте, если вы отказываетесь, допустим, сфотографироваться и не разрешаете эту фотографию использовать, это, ну, может быть, для вас это какая-то личная тема, и вы говорите там себе внутри, что, ну, я, может быть, сегодня как-то не выгляжу, или у меня укладка не сделана, или у меня нет соцсетей. Но это все не имеет значения в формате времени. Любая сторис, любая лента, любые рекламные штуки, они все в интернет-мире умирают буквально в течение суток. Но за эти сутки я как специалист получаю репутацию благодаря вашей фотографии, что у вас все хорошо, и очень многие люди, которые хотят сделать процедуру, себя в этих процедурах узнают по фототипу, по форме, по структуре, и быстрее на эту процедуру либо созревают, либо ставят себе сохранение и зреют вообще в вопросе того, чтобы дойти сделать перманент или удалить наконец старый перманент, который там уже давно бесит, или может быть что-то перекрасить в виде камуфляжа рубцов. Поэтому я для того, чтобы развить имя, прошу вас всегда давать нам возможность нашу работу сфотографировать в кабинете, когда она была чистая, как мы ее создали, да, готовый результат. И самое важное, то, с чего я начала, это то, что вы в тандеме с нами, идя с нами, да, много лет общаясь и получая классный результат, пожалуйста, не подводите нас с фотоотчетами через 3-4 недели, потому что именно они самые информативные. Чтобы дойти к специалисту, надо увидеть много его заживших работ. А у нас с вами какая история? Сделал брови, через 2 года встретились. Да, я классный мастер, я делаю хорошо, естественно, и надолго. Вопрос не в этом. Я хочу, чтобы вы мне свои работы вы отправляли в виде селфи, в виде каких-то вот фотографий, где вы сами себе нравитесь, и моя работа там тоже классная. Поверьте, очень многим это поможет, и мне контент вести, и поможет многим девушкам, которые имеют сомнения, будет ли это натурально. Пожалуйста, дорогие друзья, все, кто посмотрит это видео, знаете, я буду вам очень благодарна, если вы вовремя отправляете нам отчет о своей зажившей процедуре. Для нас это крайне важно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите ваши комментарии. Если есть у вас фотоотчеты моих заживших работ, высылайте, буду рада их получить наконец-то.